Всем привет, ребят. Вечер 9 октября 2020. Не могу не поделиться вот этой красотищей, которая у нас сейчас имеет место быть. Ну, посмотрите, это бругманзии наши. Не знаю, сотни цветов на ней, на старшей бругманзии, самой взрослой. Смотрите. Просто нереально. Водопад, каскад. И здесь, смотрите, у нас еще другой сорт. Сейчас также благоухает, цветет. Смотрите, какая красота. Огромные цветы. Огромные цветы, вот такие двойные. А это просто здесь на дне. Смотрите, ребят. И сегодня вот я увидел, что расцвел еще один сорт из малышей. Посмотрите, какая это вот красавица. Видите, она такая. Ну, камера не дает ее реального цвета. У нее такой светло-персиковый цвет. И видите, она опять же тоже двойная. Подобно вот этой. Вот, подобно вот этим цветкам. То же самое, вот она только разворачивается, но у нее светло-персиковый, не желтый, не розовый, а персиковый цвет красивый. Вот такой красивый сорт. Вот такая красота с этого ракурса. Просто сотни, а может тысячи цветов, не знаю. Цветет не переставая, примерно с июня, с начала июня.